Привет, фанаты «Железного человека». Вот видео, которое вы так долго ждали. Спасибо, что 2 года вы терпели этого душнилу в клетчатой рубашке, который всего лишь навсего разрабатывал идеальную технологию для изготовления настоящего костюма «Железного человека». И он это сделал. Поэтому ты больше не нужен. Лёх, просто читай текст, а? Короче, если вы не смотрели мои видосы последние 2 года, из-за тебя, душнила, ничего страшного, сейчас я за 10 минут расскажу, почему то, чего мы добились помимо биполярки за 2 года разработки, это супер крутой прорыв в гаражных технологиях, так что с вас лайк и подписка не глядя, а теперь по порядку. Погнали! Еще раз, из чего вы предлагаете делать костюм железного человека? Ну, из железа. Высокотехнологичный сплав золота и титана. Фух, да из нержавейки, так это и было примерно. Ситуация. Мы все хотим сделать настоящий костюм железного человека точь-в-точь, как в фильме. Когда дело дошло до корпуса, я начал с изготовления цельнометаллического шлема, но понял, что это дорого, долго, сложно, требует супернавыков, а главное, никто не сможет это повторить. В итоге может получиться, как с костюмом Адама Сэвиджа за 250 тысяч долларов, в котором нельзя ходить, нельзя сидеть. Вообще-то он летает. И нельзя самостоятельно надеть. Зато он прям как в фильме. Лёха, а у тебя сколько сейчас на карте? 1005, наверное. Нет, тогда нам не хватает, конечно. 5000 долларов? Ты идиот? И вот в чем проблема. Если сделать костюм цельнометаллическим, прям как в фильме, которого там не было, кто не знал, это компьютерная графика, то он будет дорогим, тяжелым, неудобным и абсолютно нефункциональным, чтобы вы не вкладывали в слово «функциональный». Ну, я к тому, что перед тем, как летать, хорошо, если бы его можно было хотя бы самостоятельно надевать и хотя бы ходить в нем. В общем и целом, 2 года назад я поставил такие задачи. Научиться быстро и дешево изготавливать корпусные детали со сложной геометрией, чтобы они выглядели один в один, как на исходной фотке. Чтобы их размер легко подгонялся под человеческое тело, которое у всех разное. Чтобы соотношение веса и прочности деталей можно было легко варьировать, не меняя общую технологию. Чтобы детали не только выглядели как металл, но и обладали твердостью металла. Но были легче, чем металл. И главное, чтобы каждый из вас смог своими руками сделать такое в гараже. Нормальное техзадание для одного человека? Конечно. Потому что настоящему рок-н-ролльщику нужно сразу все. И небольшой спойлер. За 2 года мы выполнили каждый пункт. И теперь я хочу поделиться этой технологией с вами. Поэтому сейчас я опишу общую последовательность изготовления деталей, не углубляясь в технологические нюансы, потому что все тонкости максимально подробно описаны в плейлисте «Основы композитов», который снимал этот зануда и который никто не смотрел. С чего мы начинаем? Со шлема? Нет, кое-что получше. Это рисунок шлема. Смекаете? Так же, как и рисунки всех остальных деталей. Вначале это все, что у нас есть. Мы берем исходные скриншоты из фильма и другие фотографии нужных деталей с разных ракурсов в качестве образцов. Чем больше, тем лучше. С помощью 3D-редакторов типа Blender и техники построения 3D-модели по фотографиям мы моделируем детали со сложной геометрией и миллиметровой точностью. Так мы получаем виртуальную модель деталей костюма, которая выглядит точь-в-точь, как оригинал. Теперь, какого размера печатать детали, чтобы они точно подошли? На самом деле, вообще нифига не простая задача. Если бы мы имели дело с обыкновенной частью машины или деталью механизма, мы бы просто вбили размеры из чертежей. Но мы решили делать костюм, который надевается на живых людей, чьи габариты могут различаться в значительной степени как у разных представителей рода человеческого, так и у конкретной особи, в зависимости от ее пристрастий к тренировкам или простым углеводам. Слушай, если тебя снова разнесет, я не буду все это пересчитывать, ок? Да я чисто на рельеф! Короче, чтобы детали костюма хорошо подходили к таким сложно организованным трехмерным объектам, как человеческое тело, мы используем виртуальную примерку. Для этого мы делаем свой виртуальный манекен. 5 лет назад с этим нужно было возиться вручную, на что иногда уходило по несколько дней для моделей с высокой детализацией. Зато сегодня с помощью смартфона и бесплатного приложения, которое позволяет использовать переднюю камеру телефона как упрощенный 3D-сканер, мы сканируем свое тело и в течение 5 минут получаем своего виртуального трехмерного аватара, которого можно оживить, заставить танцевать, засунуть в GTA-шку и, наконец, вдоволь наигравшись, использовать его по назначению для примерки деталей.
Теперь не нужно будет перепечатывать детали по несколько раз, жаловаться на то, что костюм вас полнит, и сразу после печати детали будут сидеть идеально. Теперь, когда у нас есть компьютерные модели и точный масштаб, мы переходим из виртуального и эфемерного мира 3D-редакторов к физическому воплощению деталей. С помощью 3D-принтеров мы создаем тончайшие матрицы деталей. Важно, посмотрите, насколько сильно это отличается от обычной печати больших деталей, например, для косплейных костюмов. Обычно такие детали печатаются бесконечно долго, потому что для необходимой прочности они моделируются с толстой стенкой, что значит, что принтеру нужно будет пропечатать огромный объем. На распечатку вот такой маски железного человека с хорошей детализацией в среднем уходит от 12 часов. Вот такая матрица на том же пятом эндере печатается за 1 час. Ее себестоимость вместе с электричеством всего 15 рублей, потому что по этой технологии мы будем добиваться прочности не за счет толщины пластика, а за счет композитных материалов. Просто на секунду задумайтесь, за 15 рублей и час времени мы получили точную трехмерную матрицу детали с нулевыми навыками обработки материалов. И все это на одном рабочем столе. Едем дальше. Теперь у нас в руках есть хрупкая, но максимально точная исходная деталь, которую мы усиливаем композитными материалами и добиваемся любого соотношения веса и прочности. Я не буду отнимать у вас время, чтобы рассказать про все возможные способы композитного усиления, просто знайте, что все они уже описаны в плейлисте «Основы композитов». Если коротко, деталь можно усилить стеклотканью, карбоном, кевларом или любым сочетанием этих тканей в зависимости от будущего назначения детали. Также можно применять разные техники, типа выклеить деталь по форме и убрать форму, или использовать усиление детали без удаления матрицы. После всех тестов я чаще всего использую именно этот способ, потому что он дает идеальное качество внешнего слоя деталей и гораздо дешевле и проще, потому что не надо возиться с изготовлением формы. Пожалуйста, по возможности, смотрите мои ролики, даже если на обложке нет железного человека. Главное, что нам дают композиты, на базе одной и той же пластиковой заготовки мы можем получить любое соотношение веса и прочности, просто добавляя нужное количество слоев из выбранного композита. Очевидно, что эта технология может использоваться не только для костюма, но и изготовления любых корпусных деталей, от невесомых корпусов квадрокоптеров до деталей автомобилей. И теперь вишенка на торте. С внутренней стороны мы усиливали деталь, чтобы добиться нужной прочности, то есть сопротивлению на излом. С внешней стороны мы можем нанести любое покрытие, описанное в ролике про твердость. Если что, в этом ролике приведен рейтинг лучших покрытий и 4 способа измерения твердости в гаражных условиях. Но самое крутое, с помощью гальваники мы можем нанести металлическое покрытие из меди и никель-хрома толщиной в доли миллиметров, зато твердостью, превышающей, например, нержавеющую сталь IC-304. Важно! Это не химическая металлизация или краска с эффектом хрома, или другие виды имитации металла. Это настоящий металл. В конечном итоге мы получаем легкую и прочную композитную деталь, которая выглядит как металл, потому что она покрыта настоящим металлом, и обладает высоким сопротивлением к сколам, царапинам, влажности, ультрафиолету, агрессивному воздействию щелочей, кислот и детей. Самое главное! Теперь эта технология изготовления любой детали из совершенного материала доступна каждому, кто сначала до конца посмотрит плейлист «Основы композитов». И особенно она доступна покупателям онлайн-магазина alexlabshop.ru, потому что в моих книгах все эти технологии описаны максимально подробно. Ну что, теперь давайте прикинем общую концепцию костюма Железного Человека от AlexLab с поправкой на последние разработки. Первый внутренний слой — это экзоскелет? Нет, первый внутренний и самый главный слой любого костюма — это вы и ваше тело. Поэтому мы продолжаем работать над ним еще усерднее, чем над каркасом из стали. Именно ваше тело — это то самое ядро костюма, которое должно будет выдержать все остальные слои из металла. Потому что, несмотря на стремительное развитие технологий робототехники и искусственного интеллекта, человек всегда будет оставаться мерой всего. Программа тренировок по ссылке. А вот второй слой — это уже экзоскелет. С каркасом из алюминия и стали, искусственными пневматическими мышцами, миофасциальными датчиками, которые снимают сигнал с наших биологических мышц и управляют костюмом, сервоприводами, электролитическими реакторами, дающие топливный газ, а также выполняющими функции компрессора высокого давления для пневмомышц, и остальными ништяками, которые я наобещал в прошлый раз после очередного приступа такого же приподнятого настроения, и теперь это все как-то надо делать.
Ну и поверх всего этого синтеза человека и машины – легкий и прочный композитный корпус, который при помощи новых технологий можно изготовить своими руками у себя в гараже. Причем выглядеть это будет как в фильме, но без компьютерной графики. Раунд. Да, это не цельнометаллический костюм Тони Старка. Потому что это круче, и эта технология определенно стоила 2 лет разработки и всех потраченных сил, ресурсов и гребной биполярки. Кстати, отдельная благодарность покупателям магазина alexlabshop.ru, потому что благодаря вашим покупкам я и делаю все, что вы видите. Лех, ты ничего не забыл? А, точно! Этот зануда сделал себе свой занудный канал, и с этого дня все длинные технические ролики будут выходить на новом канале этого душнила, а драйвовые ролики, такие как этот, продолжат выходить на канале Алекс Пуркан. Кстати, да, на новом канале есть уже 6 роликов, которые вы еще не видели. Короче, вся разработка теперь там, а все веселье здесь. Ты доволен? Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и, конечно, раз в неделю не забывайте заходить в магазин alexlabshop.ru, чтобы купить для себя и своих близких мои книжки, чертежи и 3D-модели. Я пошел делать костюм, а вы пока можете посмотреть плейлист «Основы композитов», который, судя по аналитике, вообще никто еще не смотрел. Удачи в ваших проектах и до скорого!